Здравствуйте, дорогие телезрители! В ноябре Русская Православная Церковь празднует один из дней памяти святителя Тихона, занимавшего российский патриарший престол в трудные и трагические для церкви годы советской власти. Мы отправились в Донской монастырь, место, где прошли последние годы жизни святителя. Наш сегодняшний выпуск передачи «Хранители памяти» из кельи святейшего патриарха Тихона. Мы с вами находимся на старобатной части главных святых ворот Донского монастыря. Здесь находились и находятся так называемые северные кельи. Именно здесь последние 3 года своей жизни провел святейший патриарх Тихон. Находился он здесь то в частичном, то в полной изоляции от мира. Именно здесь, вот в этих дверях, 9 декабря 1924 года оказались 2 человека. По странной ситуации нижняя дверь, которая вела в келью патриарха, оказалась открытой. Кто-то постучал в дверь очень сильно. Рассчитывали на то, что келейник святейшего патриарха Яков Анисимович Полозов жил в первом этаже этого здания вместе со своей семьей и должен был не слышать, потому что был очень поздний час. Но при всем при этом здесь, вот за этой дверью, есть внутренняя лестница. Яков Полозов поднимается на стук, неожиданный стук, который прозвучал келью патриарха, открывает дверь, и в этот момент раздаются 2 выстрела. Он падает прямо здесь, и в этот момент из кельи выходит патриарх. На шум, на стрельбу выходит патриарх. 2 человека пытаются сымитировать кражу. Они хватают первую попавшуюся с вешалки пальто и бегут к низу. Яков Полозов истекает кровью. Святейший видит эту ситуацию, по-детски обращается еще к ним со словами: «Люди, люди, что вы же человека убили». В конечном итоге это был совершенно четко направленный политический заказ на физическое устранение патриарха. Почему? Потому что несколько моментов. Первый момент – то, что охрана была в этот день снята. Второй момент – по непонятным причинам закрытая территория монастыря была открыта для посторонних лиц. И самое главное, что была открыта нижняя дверь, которая, в общем-то, и вела единственную дверь в келью патриарха. После этого святейший патриарх долго добивался того, чтобы тело Якова Полозова было погребено на территории Донского монастыря. Но этого ему не разрешили. Предлагались разные варианты. Либо Ваганьковское кладбище, либо Новоспасский монастырь. Любые другие варианты, только не здесь. В конечном итоге святейший настоял, и советская власть принимает решение разрешить похорон Якова Полозова, но на новом некрополе Донского монастыря. В 9-й день после кончины Якова Полозова святейший патриарх совершал заупокойную панихиду на могиле своего келейника, с которым они проработали почти 25 лет вместе. Яков Полозов приехал со святейшим патриархом из Америки сюда. И был совершен выстрел на некрополе уже нового Донского монастыря. Выстрел был совершен в сторону патриарха. Выстрел не достиг своей цели. Но вот с этого момента уже святейший патриарх понимал то, что вот его жизнь, его, в общем-то, судьба уже предрешена. Потому что за ним шли по пятам. Он был слишком авторитетным человеком того времени. Он действительно был объединяющей силой русского народа, потому что когда вся власть рассыпалась, когда государство, в общем-то, пролетело в прах, рассыпается моментально, огромная держава, то вот эта вера, которая была в людях, она как раз и объединялась вокруг святейшего патриарха. Советская власть прекрасна, и администрация Тучкова это понимала, потому что патриарх был реальный, зримой и, самое главное, очень авторитетной личностью для Москвы, для москвичей в тот период. И поэтому изоляция его из Москвы, а он жил на Троицком подворье, это была резиденция московских митрополитов, его переводят сюда. Поэтому фактически последние 3 года своей жизни он находится именно здесь. В какие-то периоды времени ему разрешают выезжать в Москву, совершать богослужение. В какие-то периоды времени ему разрешают совершать богослужение в храме Донского монастыря. А в каких-то периодах он был полностью изолирован здесь, без всякой связи с внешним миром. И мог молиться только в Тихвинском храме, который находится здесь же, на Святыми воротами. Поэтому изоляция патриарха была достаточно жесткой для того времени.
Из людской мы прошли буквально два шага и оказались в маленькой комнате, которая была приемной Святейшего Патриарха, где был стол рабочий и сидел его секретарь Яков Анисимович Полозов. В настоящее время сейчас здесь хранится мантия и епитрахиль, которые были подняты из гроба Святейшего Патриарха при обретении мощей в 92 году. А здесь мы видим фотографию, которая свидетельствует нам о том, как выглядело надгробие с 1947 по 1992 год. Следующее за приемной – это жилая комната Святейшего Патриарха Тихона, это столовая. Именно здесь Святейший Патриарх принимал трапезу, а из документальных фотографий, которые сохранились у нас, мы здесь видим фотографию Святейшего Патриарха Тихона с Яковом Полозовым, со своим келейником, как раз на ступеньках, которые ведут сюда, в эти так называемые северные кельи. Здесь же мы видим фотографию кабинета рабочего Святейшего Патриарха и видим фотографию прощания с Яковом Полозовым, отпевание которого совершил сам Святейший Патриарх Тихон именно здесь, в Донском монастыре. Также из раритетов, которые мы видим, это подлинный антиминц, который подписан рукой Святейшего Патриарха Тихона для служения в одном из московских храмов. Из столовой мы переходим в последнее жилое помещение. Вернее сказать, это и была жилая комната Святейшего Патриарха Тихона. Это крохотное помещение с двумя окнами. Сегодня здесь восстановлена та же самая мебель того времени, те же самые предметы, которые, согласно фотографиям, сохранились в келье патриарха. Из подлинных вещей, которые здесь мы видим, это куколь Святейшего Патриарха Тихона, которая находится на столе, и вот тот маленький серебряный прибор, который стоит, это чернильница, которая была привезена сюда 10 лет назад паломниками из Соединенных Штатов Америки, которые выкупили ее в одном из антикваров, которая по фотографиям соответствует именно тому, что было на столе у епископа Тихона Белавина, когда он находился в американской миссии. Не исключено, что это тот самый прибор письменный, который когда-то принадлежал Святейшему Патриарху, когда он был в Америке. Либо это один из приборов, которые были выпущены в одной серии. Но нам очень приятно то, что этот предмет наши православные друзья привезли сюда, как предмет, который связан с именем патриарха Тихона, и они его очень почитают там, как основателя русского благочестия, русской епархии, русского храмостроительства и русской культуры. Находясь под арестом в кельях Донского монастыря, Святейший Патриарх Тихон смиренно терпел издевательское обращение тюремщиков-чекистов и, не переставая, молился за свою паству. В некоторые периоды он редко мог бывать даже на территории самого Донского монастыря. Святителю разрешали лишь небольшие прогулки по верхней части здания монастырских ворот и молитву в надвратной церкви. Именно сюда, на гульбище над святыми воротами Донского монастыря, в 12 часов дня, в те дни, недели и месяцы, когда Святейший Патриарх был в полной изоляции, его выпускали на прогулку. Он мог приходить сюда, молиться в этом храме и мог сюда подходить вот главным воротам, сюда к этой решетке. И к этому времени сюда собиралось огромное количество москвичей, которые стояли здесь и ждали, пока Святейший Патриарх выйдет и благословит народ, беззвучно благословит народ
патриаршим благословением. И не имея возможности обращаться к народу со словами, но видя этот народ, который сотнями приходил сюда, святейший имел прямой контакт со своей паствой, и паства видела своего предстоятеля, пусть в заточении, пусть через решетку Донского монастыря, но они знали, что святейший жив, и он молится о единстве русской церкви. Мы еще продолжим наш рассказ из стен Донского монастыря о святейшем патриархе Тихоне. А сегодня время нашего эфира подошло к концу. Всего вам доброго. До свидания.